Здравствуйте, будущие пользователи этими услугами. Я хочу сказать, что данная компания представляет действительно очень качественные услуги. Обратились мы из далекого села Бахчар, Томской области. Сразу хочу отметить, что был прекрасный сервис по телефону. Операторы просто в буквальном смысле направляли меня. Во-первых, те вопросы, которые я даже не знал, что можно задать. Очень вежливый, ненавязчивый совершенно. Все посчитали, все объяснили, во всем помогли, что мы вообще даже не предполагали, так как мы не москвичи. Что касается самой машины, машина действительно специализированная, никаких проблем вообще не возникает, да, в транспортировке нашего мальчика, он на инвалидной коляске. И ну, комфортно не только для него, но и для пассажиров. Водитель очень вежливый, очень образованный, сразу же дал нам маршрут, показал то, что мы хотели посмотреть, и то, что мы не хотели, но по его совету мы решили тоже туда съездить, так как мы опять же здесь впервые, не знаем. Сервис, говорю, просто на высшем уровне. Очень понравилось, советую всем воспользоваться данными услугами данной компании, и думаю, вы вполне, я уверен, что вы не пожалеете. Вот так вот. Вот наша вся делегация из Томской области. Данилка, помаши. Как тебе, дядя Руслан? Хорошо. Ну ты вот туда посмотри в камеру и туда скажи. Конечно, молодец дядя Руслан, что довез, везет нас в аэропорт. Я ему за это ставлю 5. Мы все ставим 5. Спасибо большое. Очень приятно. И первый раз в Москве. И так с душой нас встретили. Хотя просто транспортировка. У нас была экскурсия по всей Москве. Спасибо большое, Руслан. Да, спасибо. Даже руку пожму. Да.